внимательно, не балуемся. Близко к машине, близко к огню не подходим. Договорились? В Химках прошел единый день эвакуации. На социальных объектах и в местах массового скопления людей оперативные службы провели традиционную тренировку. В первую очередь уделили внимание общеобразовательным учреждениям, где с наступлением лета открылись школьные лагеря. Юным химчанам рассказали о правилах эвакуации, а также познакомили с противопожарными средствами МЧС. По распоряжению губернатора Московской области единый день тренировочной эвакуации наступил новый сезон, летний сезон, пожароопасный сезон. Совместно с городскими службами, химспас, полиция, мы регулярно проводим такие мероприятия. Ну, данный день он считается единым днем для всех объектов с массовым пребыванием людей. Аналогичные мероприятия прошли по всему городскому округу. По словам спасателей, такая работа позволяет специалистам изучить особенности здания, что значительно сокращает время реагирования при возникновении реальной угрозы.